Приветствую, дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником введения Господня, входом Господня в Иерусалим. Такой знаковый момент. Буквально у нас остается неделечка до Пасхи, до Большого праздника. Надеюсь, Господь сподобит нас снисхождением благодатного огня. Сегодня же мы вместе с братьями и сестрами нашего прихода, и много людей было, гостей, молились, чтобы Господь также вошел в наши сердца, как когда-то в град Иерусалим, и дал нам надежду на жизнь вечную, чтобы мы более боролись со своими грехами, старались исправляться и ближе к Нему приближаться. Еще раз вас поздравляю с этим большим праздником, 20-м, Господским. Пусть эти зеленые ваи, вербы, символ этого праздника, всегда напоминают о той любви, которую Господь принес кротко, смиренно, въедя на осленке в Иерусалим. Не как полководец, не как завоеватель, гордо на коне, а на осленке. Также мы кротко и смиренно должны приходить к Господу. Храни вас Господь еще раз с праздником. Священник Константин Мальцев.